Привет! Я тут недавно узнала одну вещь, которую определенно должны знать все девочки, особенно перед Новым годом. Смотрите. Может быть, среди бьюти-блогеров это уже баян, не знаю, я их не особо смотрю. Я очень хочу поделиться этим с вами сама. Да, вопрос очень простой. Как правильно наносить лак с блестками на ногти? Насколько я знаю, все всегда стараются покрывать этим лаком ногти точно так же, как и обычным цветным лаком. Но нет, его нужно наносить на спонжик и только потом с помощью спонжика на ноготь. Таким образом, спонжик впитывает в себя весь прозрачный лак, а блестки остаются на ногте. То есть мы не покрываем этим лаком ногти, а набиваем блестки. Таким образом можно создать очень много интересных дизайнов. Да, вот такое короткое видео, но, надеюсь, очень полезное. Если есть вопросы, задавайте, если есть пожелания, пишите. А я вас вот так сильно люблю. Пока!